Звучит жутковато. Прилепал на дорогу. Я скучал, паук! Сюрприз? О чем это он? Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро-носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за электро. Прими свою смерть. Я больше не попаду в решетку. Он не такой сильный. Ой, гадость такая! Мне казалось, это погоня! Надо его остановить! Тебе меня не остановить! А твои попытки нельзя! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Стервятник? Давно не виделись! Мы хорошо повесели! Прости, нет времени! Ты сейчас здесь, да? Камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Он сказал не убивать его.
Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Столько лет. Столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду. Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также Выключи. Был в разработке вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено.
Почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целы. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся. Может, мне кажется, я в деле. Но, по-моему, у это вас ко мне город, личная Юрий. Неприязнь. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Эти люди больше. Когда лекарство будет стать... Надеюсь, мы хоть что-то усвоили. Но вряд ли. Я в порядке, Мэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. О, это ни к чему. В данный момент пир – самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах в других районах. Здесь все тихо и спокойно. Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду, как смогу. Люблю тебя. И я тебя люблю. Почему вы были такие злые? Вам хотелось прилечь. Лежите. На вашем месте уже до Вегаса доехал. Уже иду. Это Октавиус? Нет. Двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно,
Он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала. Да. Вот это меня и беспокоит. Вы там держитесь. Никогда не понимал тех, кому нравится поджигать здания. Маме сразу не понравилась эта работа в прокате. Признайтесь, вы ведь пошли на эту работу только ради реактивных ранцев! Но у них наверняка хорошая медстраховка. Прижать его к земле! Вы позорите имена всех кровожадных наемников! Надеюсь, вы хоть что-то усвоили. Но вряд ли. Почему меня вечно пытаются убить люди в одинаковой одежде? Раздрай, но так вы точно не принесете пользы обществу. Ну вот, передохнул тут с вами. Спасибо. Надежды? Мечты? Энергия ядерного распада? Атакую цель! Вы понимаете, что если вы меня арестуете, вам придется самим бороться со всеми плохишами, а? Заключенные угнали маршрутный автобус. Следуйте в нижний Чайнатаун.
наблюдательный пункт развернут. Нам надо разобраться. Немного польщен тем, что Соболь выставили для одного меня кучу постов на крышах. Чуть-чуть. Поздравляю! Вы выиграли путевку на остров. Остров Райкера. Всем постам. По полицейским стреляют снайперы. Следуйте в нижний Чайнатаун. Почему меня вечно пытаются убить люди в одинаковой одежде? Передохнул тут с вами. Спасибо. Я понимаю, что в городе раздрай, но так вы точно не принесете пользы обществу. Сообщение о многочисленных случаях стрельбы из машин. Нужны машины в нижнем ист-сайде. Лучше в тюрьме и оставайтесь. Сэкономите всем время. Сведения, что у Мартина Ли, помимо этих странных способностей, в духе сами знаете кого, обнаружили тяжелую стадию раздвоения. А потом удивляются, что я их отметелил. Мы
Почему меня вечно пытаются убить люди в одинаковой одежде? Оторву тебя на части! Всем постам необходимо пресечь беспорядки. Всем машинам следуйте в нижний чайный. Не как пакет чипсов. Как начнешь, трудно остановиться. Ваш сайт, и там нигде не написано «Специалисты по усугублению кризисов». Надо бить сильнее, чтобы слетела броня. Юре нужна моя помощь. Надо добраться до точки и позвонить ей. Прикрой меня! Грустно то, что не пройдет и часа, как они опять возьмутся за свое. Соболь, контроль. Доложите обстановку в Нижнем Чайна-тауне. КПП, штатный режим. Проводим тщательные проверки. Ребята, вы хуже телефонных рекламщиков. Победил, но у них наверняка хорошая медстраховка. Слушайте, раз вы уже не в тюрьме, могли бы и завязать с тюремными бунтами. Агенты, вот требует отчет под Бриджес. Прием. Бронепатруль на связи. Цель не обнаружена. Пакет чипсов. Как начнешь, трудно остановиться. Начинает казаться, что Соболь Интернешнл преследует меня. Но скажите Серебряному Соболю, мы просто друзья. Выходим из боевого режима. Не подставляйтесь под паутину. Выбегаем. Thank you.
вот там совершено нападение на аварийный склад продовольствия. Следуйте в маленькую Италию. Уверен, что... А, паук! Давай вот так сыграть, шофер! Так и едой! Кидаю гранату!